Всем привет! С вами Татьяна из города Санкт-Петербург. И сегодня долгожданная и очень интересная посылка, потому что в ней мы заказали с подругой огромное количество прикладных вещей. Я думаю, что вам будет очень интересно, потому что я заказала даже какие-то вещи, которые раньше не заказывала. Что там? Не знаю, с чего начать, потому что я все вытащила из пакетов. Получилось всего очень много. Посылка была тяжелая. И долгожданное, крайне интересное. И поэтому, если вам хочется почерпнуть для себя что-то новенькое, оставайтесь со мной. Не знаю, насколько затянется видео, но я постараюсь очень быстро вам все показать и похвастаться. Ужасное слово, но мне почему-то именно это и хочется сделать, потому что я безумно рада своим покупкам. Предстоящим праздникам. Праздник Хэллоуин, да, у нас ближайший такой праздник, который вроде мы как и не отмечаем, но какая-то атрибутика у нас есть, и почему-то нам полюбилась именно эта атрибутика. Многие вышивают хэллоуиновские сюжетики, они все-таки сопряжены с осенней порой, и выбирая даже мотивы для осенней тематики, мы выбираем хэллоуиновскую тему. Если учесть, что у меня закуплено некоторое количество тканюшек для прикладных вещей, я очень хочу вышить этих двух ведьмочек. Эти ведьмочки от производителя Мика, вы легко их найдете у производителя, да, или на сайте Иголочка. И их огромное количество, я выбрала эти две, и результат меня очень радует. Да, сразу хочу сказать, что артикулов бисера здесь нет, но поскольку сюжет такой фантазийный, сказочный, я думаю, что с подбором бисера можно легко справиться и самостоятельно. Следующий праздник, который большой нас ждет, это Новый год. К Новому году, ну, как-то купился у меня вот такой вот шарик. Я, по-моему, такой уже покупала, если не ошибаюсь. Я мне или этот я не покупала, и мне его захотелось. Ну да, вот так. Конечно же, я не буду делать обе стороны. Я сделаю два шарика. Они небольшие в диаметре сантиметров 8. Естественно, артикулов бисера нет. Тут полная ваша фантазия. И вышивка не полная. Вышивается только домик и снег. И то крыша домика и снег. Тут елочка и немного домика. Мне очень захотелось вот эти две елочные игрушки. Я их раньше не видела почему-то, да. Здесь производитель у нас. Так. Пум-пум-пум. Даже не подскажу, потому что не вижу. Вот я не могу прочитать, а вот так вот. Это вам и артикул. На всякий случай. Здесь. Опять же, я не знаю, кто производитель, но что такое по артикулу, я думаю, вы легко найдете. Вот такой замечательный месяц, смотрите, молодой и старый месяц, да? Вот. Или мне кажется, один спит, один бодрствует. В общем, да, наверное, две стороны точно одного месяца, так же, как и солнышко с закрытыми глазами и открытыми глазами. Бесподобные игрушки, если их расшить красивым блестящим бисером, это будет потрясающе нарядная игрушечка. Так, ой, минуту. Я вот такой у меня еще набор, новогодний набор номер 2. Вот его артикул Мика 156. И здесь то же самое. Посмотрите, часы, свечи, замечательные веселые рукавицы. И самое интересное, это месяц и солнышко, да. Честно говорю, сейчас я не вспомню, это я себе взяла или подруге, но мы с ней разберемся. Это несложно, просто сейчас столько всего, эмоции зашкаливают, и я не могу даже вспомнить. Мы заказали вот такую юбочку. Почему-то она пришла одна, хотя мы хотели две юбки взять под елку. Я готова вам даже ее сейчас раскрыть, показать. Производитель. Красуня? Красуня. Да, вот не могу. Простите, мой ребенок требует внимания. Сегодня я целый день была на работе, она заскучала, естественно, постоянно меня окликает. Вот такая новогодняя игрушка от Красуни. Здесь, естественно, здесь только наименование цветов бисера, артикулов нет, но есть вот цвета ниток DMC. Вот сейчас я смотрю, открываю эту юбочку. Ткань такая, как же ее назвать? Вот здесь габардин, наверное, здесь... Даже вот не помню название этой ткани.
довольно популярны. Ну вот, в общем, она здесь разрезана. Здесь на шнурке затягивается. Вот видно вам, да? Ну, проверложено все белыми нитками, ну, хотя бы проверложено уже хорошо. И вышивка вот такая замечательная, небольшая. Единственное, что бы я сделала, это заменила, перешила себе вот этот вот атласный край. Мне он не нравится, он дешевит, простит. И я бы его заменила на какую-то другую, не на атласную ленточку, допустим, а на какое-нибудь серебристое кружево, может быть, или кружево в золоте, смотря какой цвет я здесь подберу и буду применять, да. Вышиваются дети, вышиваются края бантов, вышивается, скажите, как амелла, да, по-моему, так называется, ветки амеллы. Ну, малыши повторяются, снеговичок, шляпки, шапки детские. В общем, вышивки немного, снежинки не вышиваются, но, хотя вот можете посмотреть, да, но я думаю, что попришивать серебристого бисера сюда, и они будут заиграют совершенно потрясающе. Ну, вот такая юбочка, небольшой диаметр у нее, примерно у нее диаметр, ну, сантиметров 80, но я считаю, этого достаточно, если у вас, конечно, не какая-то огромная елка там, да. Единственное, если вы захотите прятать под этой юбкой подарки, то, конечно, нужно ее либо нарастить, либо придумать что-нибудь еще. Ну, короче говоря, к будущему новогоднему празднику вот такая красивая юбка. Да, ощущение, вот на мой взгляд, допустим, люди, которые не шьют, не понимают, наверное, не придерутся. Я бы придралась ко многому, но наверное, не надо это делать. Единственное, конечно, да, дешевит вот эта лента. Видите, она не очень качественно пришита. Но ее несложно будет подпороть. Вот видите, здесь все обработано. И пришить что-то другое. А к остальному, в общем-то, претензий нет. Вышивать немного, ее с лихвой можно закончить и еще одну сшить к Новому году. Поэтому я думала, что совсем много вышивки. И нет, достаточно для того, чтобы украсить эту юбку. И в то же время не устать над этой работой. Так, новогодние сюжеты у нас закончились. Я сейчас, наверное, покажу вам сразу религиозную тематику и потом перейду к самому сладенькому. Совершенно не ожидала, что, естественно, вечер, все меня отвлекают, прервали, извините, пожалуйста, за небольшой скачок. Захотелось мне вышить вот такую миниатюрку. Когда я ее увидела в интернете, я не знала, что я покупаю. Я думала, это маленькая заготовочка, размер был указан. И я хотела сделать это, вставить в пенопластовое яйцо. Ну, в общем, была у меня такая задумочка такая. Когда я пришла, мне очень понравилась идея. Сейчас я попробую вам ее достать и показать. Опять же, это производитель, торговая марка Красуня. Посмотрите, это ткань атласная. Да, я немножечко доработаю это яйцо. Смотрите, она так сострочена, спаяна, горячими ножницами обработана здесь. Такой магнитик, и его надо вышить. Размером, посмотрите, вот с мою ладошку, ну или вот чуть больше моих пальцев, длины моих пальцев. У меня пальцы, кстати, не очень длинные, поэтому, ну, размер сантиметров 8, да, в длину. Может быть, здесь размер указан, ну, неважно. Ну, естественно, не указан артикул бисера, но очень оригинальная идея, она мне понравилась, и я готова заказать таких несколько штук, потому что к Пасхе замечательный подарок для близких тебе людей, да, часто не успеваешь вышить много, сделать своими руками, и где-то учительнице подарить, да, Златка захочет, где-то самим захочется повесить на холодильник. В общем, мне очень понравилась эта заготовочка. Не знаю, можно ли это отнести к теме религии. Ну, ангелочек такой милый. Это я сама купила для Олечки, я умница. Вряд ли она сейчас будет смотреть мое видео. Ей вообще не, она много работает, некогда. И я думаю, что это вот она придет ко мне в гости в воскресенье. Я ей подарю эту штуковину. Есть у меня хорошая приятельница, которую я подсадила на иглу, но если это можно так грубо выразиться, она вышивает иконы. У нее сын священнослужитель, его зовут Роман, отец Роман, и она верит в Бога и вышивает вот всевозможные иконы.
От торговой компании «Маричка» она заказала у меня, ну, попросила меня заказать роман «Сладкая певица», она уже его заказывала. Она сказала, что это довольно редкая икона, попросила заказать две маленьких иконы, потому что она брала точно такую же, только побольше. И чтобы у ее сына были две маленькие иконки, да, вот она попросила меня. Также почему-то она сказала, что очень хочет заказать скоропослушницу, что эта икона тоже какая, ну, что-то в себе несет, да, какую-то силу, и попросила заказать, и вот выбрала две иконы. Да, вот, например, это у нас Арцола, да, у них хорошая разработка, хорошие иконы. Иногда попадаются иконы без артикулов бисера, но здесь есть артикулы бисера. И вот мне очень понравилась «Страна рукоделия». Я даже не ожидала «Богородица Скоропослушница». Тоже очень красивый лик. Она полная зашивка, но кроме, естественно, частей тела. И у нее есть артикулы бисера. Вот так вот это выглядит. Вот как будет выглядеть отшитая икона. Мне кажется, очень красивая. И последнее, что хотела вам показать из религиозного, я себе заказывала точно в таком стиле. Это «Отче наш» молитва от компании Арцола. Здесь тоже указан артикул бисер, но я заказывала молитву о детях. Я уже подобрала бисер к этой работе. Он потрясающе красивый, и работа будет очень красивая. Она большая, она не вмещается в кадр, потому что она в длину, по-моему, 50 сантиметров. Нет, наверное, даже 60. Да, 60 сантиметров. А в ширину, по-моему, здесь, если не ошибаюсь, 28 сантиметров, 27, может быть. Ну, точно не 25. Вот не вижу размера здесь. Ну, собственно, это и не важно. Сам факт, что действительно очень красивая панелька. Мало того, что красивая, она внесет в себе еще вот такой смысл, да? Чтобы у тебя перед глазами была всегда молитва, и ты мог помолиться, если ты этого желаешь. Ну и теперь мы отходим немножечко от темы религиозной, переходим к большому количеству прикладных вещей, замечательных прикладных вещей, которые я в этот раз купила. Сейчас я распакую, еще я не распаковывала, извините, что немножечко приходится шуршать и отнимать ваше время, но покупок было сделано очень много. Долго я ломала голову, думала, что заказать. Произвел на меня впечатление вот этот кот. Он был и на платьицах всевозможных, и на... Вообще очень много, большой выбор красивых вещей для детей, которые можно вышить, да, и цена у них довольно, ну, я не скажу дорого, но увесистая. Но, тем не менее, позволительная. И я выбрала вот этого стильного модного кота, которого вышью. Сейчас я увидела размер этой футболки. Я очень рада, что я заказала на 12-13 лет. И поверьте мне, оно действительно выдержано на 12-13 лет. Да, у меня девочка худенькая, довольно высокая, и эта футболочка, как раз пока я дойду до нее руки, вышьется к тому возрасту, которому, в общем-то, она и предназначалась. Потому что у нас уже есть одна вышитая футболка с какой-то феей, да, и мы ее мало поносили, а эту мы хотя бы поносим, потому что я ее купила, но не знаю размер, и она... Немножечко шито. Это шито на высокого, худенького ребенка, а та шита на полненького и такого невысокого. И футболочка нам была широковата, когда мы в итоге до нее доросли в полноте, она стала нам коротковата. Ну, в общем, я всегда могу это подправить, но в силу того, что владею немножечко швейной машинкой, где-то нарастить какое-то кружево, что-то интересное. Но, тем не менее, эта футболочка как раз предназначена на тот момент, когда мы чуток подрастем. С джинсиками, я думаю, будет потрясающе смотреться. А может быть, я ее вышью к этому Хэллоуину, и мы куда-то ее даже наденем, потому что черный кот с горящими глазами, мне кажется, это очень забавно. Так, что же я купила из прикладных вещей еще? Увидела я, как всегда, телефон. Заказала я, увидела вот такой водорастворимый флизелин от производителя Мика. Это буква В, моя мама Валентина. Это очень хорошо будет смотреться на прикладных вещах.
Здесь, ну, опять же, помним, да, что Мика тоже не особо заморачивается, чтобы предложить нам цвета бисера, просто он артикулы бисера, просто называет цвета. Я заказала себе сначала букву, потом моя подруга, говорю, давай и ты закажешь себе, и это всегда можно, и обложку на блокнот, и на курточку, и на рубашечку какой-то, правда, размер ее порядка сантиметров, наверное, 12. Но, тем не менее, всегда можно куда-то придумать, да, какая-то салфеточка, ну, все что угодно. И я заказала, сейчас вам покажу, свою букву Татьяна, да, может быть, себе какой-нибудь блокнотик вышью. Я заказала золотинку свою дочку, потому что мальчикам не закажешь, потому что, ну, прям совсем девчачий сюжет. Ну, посмотрите, какая красота. Они, конечно, все очень похожи друг на друга. Я заказала, это буква Ч, фамилия Че, так начинается фамилия всей моей семьи на букву Че. Заказала букву И. Это учительница моей дочери, Ирина Витальевна. На день учителя можно какой-нибудь, да? Или на день рождения какую-нибудь прикладнушечку придумать. Ну, и моя подруга заказала своей доченьке Элечке. Вот букву А. Не знаю, она же заказала, по-моему, Рэй. Это ее мама Раиса. Вот. Такие замечательные буквы. Оксана, она сама. И буква Г. Я вам почему так подробно показываю, ну, чтобы вы имели представление, что они не очень дорого стоят. Я не помню, правда, сколько. Ну, вы легко найдете их на сайте Иголочка. Мне кажется, это новинка. Я всегда просматриваю новинки и натыкаю взглядом на какие-то интересные вещи. Невозможно пройти мимо водорастворимого флизелина. Да на футболку даже, да, куда-нибудь. Ну, потрясающе будет смотреться. В общем, рекомендую. Я очень довольна этой покупкой, безусловно. И мне хотелось, чтобы вы тоже ее увидели. Что же еще рукодельного я купила? Не знаю, не удержалась. Я много видела всяких выкроек сумок. Это огромная сумка, прям большая. У нее размер был написан, указан на сайте. Ну, в общем, примерно она вот так вот выглядит. Это полная зашивка, абсолютно полная зашивка. Мне понравилось именно исполнение вот этой сетки, что золото с белым будет смотреться. Я долго выбирала в бирюзе, в черном. Не знаю, почему взяла белую. Потому что, ну, выбрать было очень тяжело. Вот артикул этой сумки, да, с фермуаром предлагается. Или каким-то еще, какой-то еще застежкой, защелкой, на молнии, как угодно. Да, она довольно большая, формат А4, 100% именно вот этой сумочки. 100% формат А4, только вот без вот этих углов. Поэтому вам, конечно, взвесить остается, но они такие красивые, их так много. Они и в коричневой, все пи цветах там есть. В общем, не поленитесь, зайдите, посмотрите. Я думаю, что вам очень понравится. Я не знаю, что это за ткань, кстати. Мне бы очень хотелось, чтобы это был габардин. Похоже, это так и есть. Сейчас я лишний раз. Да, это плотненький габардин. Шикарная плотная проклейка. То есть вы вышьете, и она будет очень плотно держать форму. Да, тут иголочка идет в наборе в комплекте. Ну и, естественно, как всегда, собственно, цвета мне придется подбирать самостоятельно. Ну, знаете, меня, когда мне нравится сюжет, меня такие вещи вообще не останавливают. Я, конечно, в восторге в полном от этой замечательной покупки. Так что и вам рекомендую. Огромное количество в интернете сейчас расписных рюкзаков, там сумочек расписывают по коже красками. Это все очень стильно, модно. А почему бы не стильно, не модно вышить себе такую красивую, полную зашивку, сумку? Помните, такие маленькие клатчики были? Я всегда на них смотрела и облизывалась. Как прекрасно они выглядели. Я завидовала людям, ну, маленькая, у которых они были. А сейчас у меня есть возможность получить такую, назовем, игрушку, да, и сделать ее своими руками. Это вообще, наверное, то, ради чего я сделала свой заказ. Это подушка, ну, то бишь, это не подушка, а заготовка. Это вот такие вот ткань, такая, две стороны, места сшивания. Называется «Барон Филипп» от торговой марки «Миледи». Сейчас я хочу посмотреть, что это за ткань. Очень бы не хотела, чтобы это был атлас,
А это шикарный габардин. Там я на сайте увидела отшит эту работу. Он весь играл, переливался. Красив, потрясающе красивая работа. Вышивается вот это, вышивается вот это. Указаны цвета бисера, по-моему. Да, указаны цвета бисера. Хотя я сталкивалась с тем, что миледи не всегда указывает цвета бисера. Он вообще красивейшая работа, стильная, модная, не кричащая. Потрясающе. Я хочу ее подарить своему братику. Я надеюсь, что он не смотрит это видео, конечно же. И я думаю, что я вышью на Новый год, ему подарю эту картину, вернее, эту подушечку. Он даже просил меня, принес мне классический пиджак, просил меня перешить ему пуговицы вот здесь, да, на пуговицы, которые с черепом или со скелетом. Вообще у них, они любят украшения. Ну, украшения у них все качественные, дорогие. И у них несколько есть колец, перстней вот с такими черепушечками. И действительно, это красиво. Я даже не ожидала, что такая тема может меня взволновать. И, собственно, их тоже. Ну, вот он уже довольно взрослый. Ему слегка за 30. Но вот такая вот сильная штука ему, я думаю, очень понравится. Пришла еще одна работа. Это не мой заказ. Галина Агеева уже показывала эти сумки. Я долго смотрела на них, облизывалась. В итоге я не взяла. Но качество бесподобное. Такая плотная плащевочка, ткань, да, на подкладе внутри. Я не буду вам большой обзор там делать на эту сумочку. С кармашком. Вот здесь какой-то очень плотный пластиковый кант. Короче говоря, сумка сшита по всем законам, которым шьют сумочки. У нее есть дно. Если вы хотите его сделать более плотным, всегда можно вставить что-то внутрь. Да, вот такое вот оно. Не плоское, не плоскошовное. Я такое не очень люблю. И потрясающий сюжет, потому что если это вышить, вот эти перья, да, это будет очень здорово. Здорово и красиво смотреться. Мне понравилось и цветовое сочетание вот голубого с белым и вот эти вот слегка салатные. Ну, в общем, сумка, если вы сомневались, брать или не брать, очень красивая фурнитура. Посмотрите, серебряная, очень красивая фурнитура и качественная. Вшита очень грамотно. Я бы, честно сказать, не отказывала себе в этом удовольствии, если вам очень захочется. Так, к слову о сумочках. Нет, закончу еще одну тему. Да, заказали мы с подругой две вот таких сумочки. Конечно, безусловно, можно такие сумочки сшить самим. Но здесь потрясающий, хороший, качественный атлас. Нежное кружево. Мешочек затягивается. Это мешочек для белья. Он настолько плотный, что подклад ему даже не требуется. И вот такой замечательный сюжетик, который можно вышить и под пижамку, да, под купальники. Не знаю, под что еще. Бесподобный подарок. Вот мы заказали с подругой такие две симпатичные штучки. Одна в голубом цвете, другая вот в таком красном. Да, насчет цветов. Собственно, как всегда, Красуня, она, ну, не дает нам цвета. Но здесь всего два цвета, поэтому это не столь важно. Уж выбрать два цвета точно можно самостоятельно. Если плавно перейти к теме от мешочков и сумочек к косметичке. Заказала две косметички моя подруга. Такую вы у меня уже видели, я себе заказывала. И вот еще одна косметичка, тоже от производителя Tella Artis. У них очень приемлемая цена. Вот у меня есть такая картина, заготовка, я очень хочу ее вышить, мне очень нравится. Здесь синий, здесь красный, ну и подклад, соответственно, наверное, синий и красный. Не буду их открывать. У них указаны артикулы бисера. Все мы помним, я отшивала косметички. Если я оставлю ссылочку сверху, вы посмотрите. Бесподобные, качественные заготовки, которые, собственно, не стыдно ни подарить, ни вышить себе. В общем, поэтому, если вам нравится, и вы откладывали эту покупку, то, пожалуйста, дерзайте, потому что компания Tella Artis может гордиться этим продуктом.
Теперь огромное количество мы заказали обложек на паспорт. Это моя подруга заказала. Это обычные обложки на паспорт. Мы их уже покупали. Такую же даже мы вышли. Очень красивая. Бесподобная калибри. Вот такая вот паспорт. Вот эта обложечка чем хороша. Не дают доснимать видео. Вот эта вот заготовочка, ну, казалось бы, она такая простенькая, да? Но это как раз заготовочка, когда тебе срочно нужен маленький презент, ее можно вышить за пару часов, да? Я считаю, что такие вот, наверное, в арсенале тоже должны быть. Заказала, правда, ее не я, моя подруга. Я заказала вот такую обложечку на паспорт в осеннем таком... В осенней такой теме, вот задняя часть, вот передняя, я специально перевернула, чтобы можно было увидеть. Очень красивая. Вообще осень – это мое время года. Я уже об этом неоднократно в своих видео говорила. Очень люблю краски осени. И мне захотелось такую обложечку себе на паспорт купить почему-то. Вот такие обложечки на паспорт еще заказала моя подруга. И посмотрите, какая интересная вещь – обложки с уголками. И они стоили совсем-совсем недорого. Мы заказали несколько штук. Вот такую обложечку я заказала себе с уголками. Посмотрите, с металлическими. И мужскую тоже заказала. Здесь уголки такого из белого металла. Если здесь металл, золото. Разница на самом деле в цене совсем незначительная. И вот эта обложечка мне тоже очень понравилась. Я думаю, где-то... Подарок какой-то кому-то сделать очень даже симпатично. Это полная зашивка. Ну, титульный лист полностью зашивается. Ну, и вот такие вот милые, замечательные обложечки. Это на загранпаспорт очень удобно, да, ездить в поездку. Вот. Что же пришло еще у меня в заказике? Вот такая игольница. Когда я ее заказывала, мне подушка говорит: «Таня, остановись». Но мне не хотелось останавливаться, потому что я очень хочу вот эту вот игольницу-грибочек. Знаете, да, такую? Здесь зашивочки немного, и как раз будет место. Нет, полная зашивка, обманываю вас, вот она полная. Я хочу сделать себе вот такую игольницу. Хотя можно подобрать, в принципе, любой рисунок, вышить его на канве. Но здесь очень мне нравится ткань. Она такая, хоть габардин, по-моему, но под джинсу сделан, такой достаточно плотненький. Заказали мы с подругой себе. Я заказала себе, я вот такой уже заказывала. Органайзер, это она себе положила в корзинку. Здесь в подарок долька арбуза, по-моему, да. А я заказала себе еще квадратный. У меня круглый теперь есть. А в квадратном даже не помню сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, здесь 12. А вот здесь 13 ячеек. И у меня в подарок вот такая черепашка лежит. В общем. Хорошие органайзеры, они мне очень понравились. У меня часто задаваемый вопрос, удобно ли ими пользоваться. В принципе, приноровиться надо к любому гаджету, даже к знакомому. На телефон мы меняем, даже приходится немножко посидеть, да. Те, кто вышивают за столом, вообще очень удобно. А люди, которые вышивают, допустим, как я, с подноса на коленях, ну, тоже нужно привыкнуть просто, и все. Очень мне понравился этот аксессуар рукодельный. И осталось, собственно, последние две заготовочки. Это от производителя Арцола. Что-то вообще они у меня в фаворитах стали. Это цветочный чай, чайник. И просто цветочный чай. Это чашечка. Есть у меня из этой серии еще третья заготовочка. Она с яйцами. Такая более корзинка с яйцами пасхальная. Честно скажу, я увидела их отшитыми все три. Я долго думала над вот этими двумя заготовками. Тут-то я очень хотела, а эти я сомневалась. Но когда я их увидела отшитыми, все мои сомнения прочь. Здесь 8 цветов бисера, здесь 9. Я поняла, какая красивая работа. Просто потрясающе красивая. Мне очень нравится фон. Посмотрите, какой он. Конечно, цвета совершенно не такие, как будут на вышивке. Оно здесь играет таким блеском. В общем, бесподобные работы. Я их увидела у самой Арцола в Инстаграм. Отшиты эти три работы. И все сомнения отбросила. И купила себе две этих заготовочки. Я понимаю, девчонки, что я...
обещала сидеть на рукодельной диете, но, как я уже сказала, я отбросила все сомнения и получаю удовольствие от покупок. Не все, что мы купили, здесь мое. Третья часть только, наверное, того, что купила я. Но, тем не менее, я очень довольна покупками. И всегда очень грустно, если перекроется канал поставок из Украины. Поэтому стараюсь купить все, что мне нравится. Если учесть, что вот эти две работы, например, я вынашивала, это не спонтанные покупки, а выстраданные, выненченные уже в течение 2 лет. Я желаю вам всем иметь возможность купить такие вещи, заказать. Поверьте мне, это очень просто. Мне часто пишут, у меня есть видео. Я оставлю ссылочку на это видео, что как сделать заказ на иголочки. Это очень просто. Доставка не стоит больших денег. За вот эти вот 2,5 килограмма посылки... А, да, я не сказала вам, что у меня тут еще пришло какое-то немыслимое количество бисера. Я не понимаю, на какой-то проект, да? Вот этот я знаю, а вот этот я не совсем поняла. Тут написано. Поэтому сейчас буду разбираться, честно говоря. Короче говоря, очень тяжелый. Доставка стоила, ну не знаю, может рублей 800 нам на троих будет стоить, да, или 700. Если посылочка маленькая, килограмм, полтора, по-моему, до 2 килограмм, она стоит 450 рублей доставка. Но это совсем недорого. Наверное, если это заказывать на Северный полюс куда-нибудь, ну я уже утрирую, простите, это будет подороже немного, но не дороже тех денег, которые вы бы потратили в магазине, там, в Леонардо в том же, да, искали бы, где не самый большой выбор. Тут же еще вопрос удовольствия выбора. Я желаю вам получить удовольствие от выбора ваших покупок и потом от удовольствия от того, что вы будете их сами вышивать, получать настоящий релакс. Да? Почему наша вышивка доставляет нам удовольствие? Потому что это настоящая медитация. У нас есть возможность думать, порассуждать, побыть наедине с собой. Вышивка для нас не только хобби, да, или забить время, а переключиться, остыть от каких-то проблем. И самое главное, у каждого человека должно быть что-то, чего он должен достигать. Вот каждая вышивка – это, наверное, маленький шаг к достижению каких-то целей. Не буду углубляться далеко. Я желаю вам хорошего настроения, иметь возможность что-то для себя купить, чем-то себя порадовать. И самое главное, вышивайте, вышивайте, вышивайте в удовольствие. Я с вами прощаюсь, мы увидимся в моих следующих видео. Пишите свои отзывы и пока-пока.